Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами второй день творчества. Мы с вами творим, рисуем акварелью. Вот сегодня вот такие вот листочки я собрала, такой вот большой, посмотрите, какой он красивый, эти зелененькие прожилки вообще просто великолепны. Кстати, он такой довольно плотный, такой гладкий. Блин, ну вообще такое классное ощущение, напоминает, как будто какая-то кожа. Так, знаете, когда я его подняла с пола, ну, с земли, мне захотелось их собрать много-много и что-то сшить такое вот, что-то сделать такое красивое. Но жалко, конечно, дома он быстрее высохнет. Вчерашний, да, кленовый листочек мы с вами вчера рисовали, он уже высох, сухой, то есть дома... Видимо, сухо слишком. На улице все-таки повышенная влажность. Вот так. Такие тут листочки собрала. Они тоже плотненькие, но немножко потоньше. Вот эти я смотрела. Наверное, так, где у меня? Наверное, это лист тополя, я так думаю. Потому что дерево, по-моему, было светленькое. Единственное, вот у меня карточка. То есть лист тополя, он тут вот прямой. А они вот какие. То есть, ну, немножечко разные. Чуть-чуть, но опять же разные. Не знаю даже. Вот этот тут, кстати, подходит под листополя. Вот, хотя здесь вот более такие, как бы, торчащие козявочки. А здесь, ну, тоже видны, но они остренькие. Ну, это у нас будет листополя. Я думаю, скорее всего, это он и есть. Поднимал я земли. И на деревья не особо обратила внимание. Вот. Эти листочки не знаю. Напишите в комментариях, что это за листочки. Может, березы похожи. Хотя нет, я, по-моему, их срывала, что ли. Сейчас уже не помню. С какого-то дерева я, по-моему, срывала. А, да, маленький я срывала, но там тоже, по-моему, на тополь был похож. Вот это вот вообще лист. Не знаю, что-то он вообще неизвестный. Я показала его маме. Мама сказала, что это неправильный лист дуба. Просто неправильный, потому что вот они есть, эти вот самые волны, как бы такие вот, да? Какой лист дуба, наверное, помните? Необычный. То, что это просто неправильно. Не знаю, мне кажется, это что-то другое. Я сейчас перерыла интернет. Вернее, картинки нашла только на английском, было написано под похожим листочком, было написано фиг. И все. Вот, кстати, забыла включить лампу. Давайте лампу включим. Во, так лучше. А то забыла. Вот, с этой стороны, кстати, белый. А лист дуба я не помню, с какой, с другой стороны какой. Кстати, он такой, там, как будто пушистый, но короткошерстый такой, мягенький такой, приятный. А напишите в комментариях, что это вообще за лист, от какого это дерева. Вот. Ну, не знаю, я не думаю, что это от дуба. Ну, конечно, бывают у дуба разные неправильные листочки. Бывает такое, да. Ну, не знаю, что-то мне кажется, что это какой-то другой. Нашла я его в парке, он лежал, по-моему, одинокий. Не знаю, надо идти в парк, короче, искать еще такие листья и посмотреть, на каком дереве он растет. Вот. И также вот они. Так. А, ну и вот, да, и у нас еще есть листочек липы. Они похожи. Ну, здесь вот хотя бы вот они видно, что это липа. Вот, это у нас липа. А вот у нас тоже получается тополь. Ну да, вот они похожи. И вот этот тут, в принципе. Ну вот они, по-моему, были найдены где-то рядышком. Вот. Так, начнем мы сейчас с вами с этого, с большого. Эти напишите в комментариях, что как почем. Так, и наши вчерашние рисуночки. Получилась вот такая рябинка. Все-таки надо было мне прям размахнуться, нарисовать, наверное, побольше.
Ну, как бы ладно, такая сойдет немножко здесь вот по бокам неаккуратно. Тут вытекла, хотя ее никто не трогал, она лежала себе спокойненько. Ну, как бы ладно. Вот. И вот он наш кленовый, здесь тоже он взял неожиданно что-то и вытек. Вот, тоже такой симпатичный. Ну, тут видно, что он так вот высох. Тут тоже такие вот, я, кстати, всякие штучки не всегда люблю, но, в принципе, он довольно красивый. Вот, мы их пока, эти рисуночки, откладываем в сторону. И будем сейчас с вами рисовать. Где у нас? Тут я уже взяла, не как вчера, конечно, я отрезала уже заранее листочек. Вот. Также мы сейчас, как вчера, с вами будем обводить. Так, это у нас кто? А, тополь, да. Тополь. Надо еще на обратной стороне будет потом подписать. То уж прям они и тополь, и березы, они немножечко одинаковые. И липа немножечко одинаковая. Немножко они похожи, чтобы самой потом не перепутать. Чтобы потом ребенок не искал. Не говорил: мама, ты что? Так, что-то тень немножко. Сейчас я... Вроде лучше было. Вот. Ну ладно. Давайте положим сюда, чтобы было красиво. И поехали. Иначе у меня сейчас... Я заболтаюсь совсем. Да, так же, как всегда, нам понадобится карандаш простой, акварель совершенно любая, какая у вас есть. Лист. Лист, кстати, у меня акварельный. Рыбачка, по-моему, называется. Вот, вода, кисти тут стоят, тряпочка, вот она лежит, тут вот, и поехали обводить, так. Чтоб уж нам точно не промахнуться.
все. Получились немножечко даже сегодня посветлее они. Может быть, конечно, они еще высохнут. Как-то вот я сейчас смотрю, сравниваю. Как-то он поярче немножко вчерашний, чем сегодняшний. Ну, посмотрим. Вот, в принципе, он такой очень нежный получился, очень красивый. И, кстати, когда я рисовала вот этот маленький, когда я его приложила, я поняла, что это, скорее всего, один и тот же лист, потому что, смотрите, у того и у другого вот эти вот волнистые бока, они одинаковые. Ну, единственное, да, наверное, маленький растет так, большой растет так. Поэтому здесь я, ну, просто вот так вот обвела, но это будет понятно, в принципе, что это у нас. Так, кто это у нас? А это у нас лист тополя. Ну да, единственное, лист тополя немножечко вот они как бы с такими зазорчиками, но тут я уже буду обводить гелевой ручкой. И, в принципе, немножечко можно будет обвести. Так, нет. А, вот. Это лист липы, да. Ну, все равно тоже есть маленькие зазорчики. Вот, да. Сейчас я все напутаю. А тут, да, у нас лист тополя. Он, кстати, тут волнистый. А здесь тоже зазорчики. Ну, блин, они вообще как-то похожи прям. Ну, не знаю. Короче, вот как-то так. Напишите в комментариях, какие листочки вы видите. Может быть, действительно здесь вот, наверное, не знаю, просто он похож вроде бы. А может, даже это и не он даже. Не знаю, короче. Короче, я запуталась. Вот. Всем спасибо за просмотр. То, что вы меня смотрели. Это огромное спасибо. Огромное спасибо за комментарии. Вчера комментарии я читала. Вот, очень мне приятно, что вы смотрите, пишете. Вот, я также стараюсь смотреть вас. Иногда получается писать, иногда я забываю написать. Перехожу куда-нибудь там на другой ролик неожиданно. А потом вспоминаю, блин, я же не написала комментарий. Вот, в любом случае, я вас смотрю. Вот, и всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Смотрите первую часть, это у нас вторая часть. И всем пока-пока.